Сегодня Международный день прогулки. Весьма необычный и весьма актуальный праздник для людей, живущих в бешеном ритме современного мира. Он отмечается в середине июня. Интернет указывает на две даты его празднования – 15 или 19 июня. Вторая дата наиболее распространена. То ли от того, что лето с каждым днем все увереннее вступает в свои права, то ли дело в красоте цифр. Но день – неспешный праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способами. Способа отдохнуть, снять нервное напряжение, как пешая прогулка. Вспомните, когда вы последний раз, не торопясь, взяв за руку приятного вам человека и не имея конкретной цели, просто шли и получали от этого.